Всем привет, друзья! Вы на канале nikbogdanov.ru. И сегодня у меня есть новости от работодателей Евросоюза. Итак, вакансии в Чехии. Для работы в Чехословакии требуются водители категории CE с минимальным опытом работы 3 года. На автомобиле от 3,5 до 8 тонн с прицепом либо с полуприцепом необходимо наличие карты водителя, удостоверение водителя с кодом CE. Маршруты по ЕС. Заработная плата от 1500 евро в месяц. Нетто. Официальное трудоустройство соцпакет. Трудовой контракт заключается на год, затем возможно продление. Телефончик +42 19 40 16 21 64. Далее. Чешская транспортная компания First and Last, работая с 2003 года, набирает водителей категории CE для работы по Европе. Оплата от 1500 евро в месяц нету. Достаточно знания русского языка и опыта работы 1 год. Проводим дополнительное обучение с тахографом. Предоставляем документы для открытия рабочей визы и ВНЖ. Телефон +42 07 75 48 45 44. Далее. Водитель категории CE. Требуется водитель в Чехии. Марианские лазни, база находится там. Водители-международники CE, условия работы. Автобаза более 150 автомобилей, Мерседесы и Маны, Евро 5, Евро 6. Зарплата от 1700 евро в месяц, зависит от категории и опыта водителя. Каждую субботу авансы, официальное трудоустройство, бесплатное проживание, каденция 2-3 месяца. Требования: опыт дальнобойщиком в Европе не менее 6 месяцев, международное водительское удостоверение, карта водителя, код 95, если нет, то сделаем польский. Основные маршруты: Чехия, Германия, Бельгия, Франция. Груз: автозапчасти фирмы Audi. Срок командировки 2 недели. Телефон +48 69 67 29 562. Далее. Водитель в Прагу. График свободный. Еженедельные выплаты наличными плюс бонусы. И есть еще некоторые приятные условия. Мы предлагаем вам хороший заработок или подработку в свободное время на личном автомобиле или взятом в аренду. Мы вам поможем. Возраст водителя от 21 года. Телефончик 7736 54309. Далее. Ищем водителя МКД. Мы ищем надежного человека, который не боится ездить на автомобилях Евро 6. Мы организуем 3-месячную визу для вас и 3-месячный контракт. Если вам это понравится, мы организуем 2-летний контракт. Используйте наш контакт WhatsApp для бесплатного звонка через интернет или напишите нам. Требования к драйверу: без судимости, водительские права C+E, минимальный опыт вождения 2 года. Телефон +42 07 31 83 95 17.
Далее, водитель ЦЕ, 1900 евро в месяц. Требуется водитель категории ЦЕ. Трасса 1, Чехия, Германия. Без посредников, прямой работодатель. Дополнительная информация по телефону. Плюс 42-07-77-72-18-00. Работодатель из Германии ищет водителя категории CE для перевозок по Германии, Чехии и странам ЕС. Мы предоставляем официальное трудоустройство по контракту в Германии, полный соцпакет, стабильный и достойный уровень заработка от 2000 евро. Требуется от водителя ответственность, желание работать, знание немецкого языка не обязательно, но приветствуется. Также начальный уровень английского. Водительские права категории CE европейского образца, наличие чип-карты обязательно, наличие загранпаспорта. Телефон WhatsApp плюс 42-06-03-15-63-33. Далее, требуется водитель-международник с зарплатой 40 тысяч чешских крон. Водитель-международник категории CE, основное направление грузоперевозки по ЕС. Требования: водительские права Евросоюза категории CE, действующая профессиональная лицензия, ну, это карточка водителя, знание чешского языка на уровне понимания, желательно минимальное знание английского. Так, далее, свободные выходные дни, легальное пребывание в Чехии, ПМЖ или паспорт ЕУ. Это то, что требуется от водителя. Выходные свободны, зарплата 40 тысяч крон. Телефон плюс 42-07-27-84-20-55. Далее, водитель-международник категории CE по Европе. Зарплата 2000 евро в месяц. Для работы в чешской компании на длительный срок требуется водитель категории CE с опытом работы по Европе. Требования: опыта работы по Европе с категории CE, суммарный стаж за последние 2 года должен составлять не менее 12 месяцев. Ну, короче, от года опыт. Наличие АДР является плюсом. Обязательно карта код 95. Понимание рабочего режима работы с тахографом. Понимание и умение заполнять и читать ЦМР документы. Умение пользоваться смартфоном. Пунктуальность и трудолюбие. Отсутствие грубых правонарушений, судимости, вредных привычек. Компания предлагает хорошие условия труда, соблюдение режима труда и отдыха. Официальное трудоустройство. Рассматриваются кандидаты как с европейским паспортом, так и без. За дополнительной информацией обращайтесь по телефону. Плюс 42-07-77-61-52-85. Ну, а на сегодня новостей больше нет. Друзья, подписывайтесь, ставьте себе напоминания, этот колокольчик, и ждите следующих новостей. Всем пока!